Уважаемые жители Хасанского муниципального округа, вот и подходит к концу 2022 год. За это время прошло очень много значимых событий для нашего Хасанского, тогда еще муниципального района. А сегодня мы в муниципальном округе. Нас всех волнует, что нас ждет с переходом в округ. Дело в том, что возможности у округа гораздо шире. Почему? Потому что население нашего Хасанского муниципального округа в данное время где-то около 25 тысяч. И во многие федеральные программы мы не могли войти как отдельные городские или сельские поселения. То сейчас у нас появится такая возможность. Кроме этого, правительство Приморского края на уникальный Хасанский муниципальный округ ставит большие задачи перспективные. Уже сегодня мы получили информацию, что Хасанский муниципальный округ получает 1 000 000 000 рублей на развитие туризма. А если мы эти вопросы решим цивилизованно, то, естественно, население Хасанского муниципального округа получит только от этого пользу. В сентябре была избрана новая дума Хасанского муниципального округа. Рабочий состав думы очень сплочен. Работает профессионально. Профессионально работают председатели профильных муниципальных комитетов. И на заседаниях этих комитетов решаются очень важные вопросы вместе с администрацией Хасанского муниципального пока еще района. Вопросы развития будут включены в большой план развития Хасанского муниципального округа, а депутаты будут работать, естественно, в тесном контакте с новым главой и с новой уже администрацией Хасанского муниципального округа, куда мы переходим сейчас по всем вот нашим юридическим вопросам. И все вопросы, естественно, будут решены на благо только жителей Хасанского муниципального округа, потому что мы помним о вас, избиратели, на своих избирательных округах.